Ну и последний вопрос. Вы за мир, Сергеевич? Вы за мир? Я за мир однозначно. Я за мир. Я не помню, кто сказал, хочешь мира, готовься к войне. Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так. Хочешь мира, будь готов всегда себя защищать. И я думаю, что из всей вот нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны еще более эффективно в любой ситуации себя защищать. Спасибо большое, Сергеевич, за это очень содержательное и важное интервью.